Привет! С вами магазин ткани Декабай. Расскажем, из чего можно шить такие кимоно, накидки, летние костюмы в пижамном стиле, платья. Оставайтесь с нами! В этом обзоре рассмотрим прекрасную вискозу пинар, супермягкую и пластичную ткань. Вискоза – это материал из искусственного волокна натурального происхождения. И ведь не просто так, она очень похожа на дорогой шелк. Многие годы химики пытались изобрести искусственный шелк, который можно было бы производить массово и дешевле. И в 1911 году это удалось сделать в США. И впоследствии это волокно назвали вискозой. Вискоза имеет гладкую шелковистую лицевую сторону. Она приятно тяжеленькая и не просвечивает. Она практически не мнется и хорошо драпируется. Нитки Мадейра так и просятся к ней в комплект. Их, кстати, можно купить в нашем магазине. Ссылка в описании под видео. Рисунок на этой ткани довольно яркий, но выглядит в изделии очень эффектно. Ссылки на все эти расцветки будут в описании под видео также, так что можете заглянуть туда и перейти сразу на сайт. А чтобы изделие прослужило вам как можно дольше, рекомендуем придерживаться следующих правил ухода. Стирать обязательно в деликатном режиме, использовать только мягкие моющие средства. Температура должна быть не более 40 градусов, отжим не рекомендуется, а при ручной стирке нельзя выкручивать или выжимать. Посмотрите на текстуру этой ткани вблизи. Изделия из нее выглядят по-настоящему дорого. Вискоза пинар – это очень достойная альтернатива натуральному шелку. Ставьте лайк, если вам понравилось видео, а также пишите в комментариях свои запросы на будущие обзоры. Будем рады любым комментариям, так что не стесняйтесь. Спасибо тем, кто посмотрел это видео. Всем пока!